Лерочка, ты цела, я надеюсь, да? Нет, я да. Нет, я да, говорит. Здорово. Спасибо вам. Спасибо. Лер, это видно тебе, явно не мне. Я был заворажен выступлением этой пары, этой страстью на льду. Наташ, мне кажется, что вы тоже. По блеску ваших глаз определяю. Вы знаете, я уже не один раз на этом проекте расценивала падение в разную сторону, как бы в плюс или в минус. Вот здесь падение абсолютно не сыграло на моем восприятии номера. Я замерла и перестала дышать до конца, пока они не закрыли, пока даже Лера не спустилась вниз и Гвендолию не подхватила. То есть мы никто не дышал. Это так было здорово. Спасибо, Наташа. Поль, я думаю, что ты не в меньшем восторге. Я хочу сказать, что прежде всего этого падения было незаметно, потому что такой же взрыв в песне был у Лары Фабиан. Вы танцевали под Лару Фабиан. И это одна из моих любимых французских певиц. И хочу сказать, что действительно вот эта музыка сегодня, и вообще вот мы говорили, я Лене Анатольевне сказал, люблю я вот все-таки классическое, когда вот все-таки фрак, когда красивое платье, когда эмоции, они прежде всего красивые. И знаете что, ребята, там было момент музыки, когда голос был соло, не было аккомпанемента. И вот часто фигуристы слышно, вот слышно, как они коньками по льду. Вот, шкрижать, я не знаю, как это. Да. А здесь при полном пьяно я вообще не слышал, когда она пела акапелла, они скользили по льду неслышно. Я просто, ну, была бы шляпа, я бы снял шляпу. Ал, на мой взгляд, это именно была та шероховатость, которую вы ждали от предыдущей пары. Дело в том, что для меня это непростая песня. Эту песню вообще в России первый раз услышали в спектакле «Служанки» Жана Жене, где я делала хореографию. И поэтому, в общем, для меня это такой особенный знак, эта песня. И эта интерпретация Леры и ее партнера мне безумно понравилась. Это действительно было невероятно красиво, интеллигентно, очень точно. И даже макияж у Леры соответствует этому номеру. Молодец, умница. Елена Анатольевна, мне вообще кажется, что вот когда Лера танцевала со Стивеном, у нее не так вот получалось, да? Или это просто она так научилась уже? Дело не в партнере. Нет, с олимпийским чемпионом, конечно, намного лучше. Это действительно. Но я хочу сказать, что это тот случай, когда вот падение не препятствует победе. Да? Потому что они были так органичны, они были так музыкальны. Они нигде даже после падения не разрушили этот образ, который они создавали. И мне очень жаль, мне кажется, я даже догадываюсь, какая должна была быть там поддержка. А может, они нам этом покажут? Да, хотелось бы посмотреть, потому что Лерочка, это должно быть... Лерочка, вы можете показать то, что сорвалось? Лера, вот, пожалуйста, покажите нам то, что вы... Лера уже почти плачет. Ну и хорошо, пусть на слезах сейчас хорошо сделает. Лер, ну теперь все ясно. Слушай, это надо было приберечь для финала. Максим, я почему просила повторить, потому что это фирменная поддержка олимпийского чемпиона. Исполняется она только с олимпийской чемпионкой, а тут ее так же легко сейчас нам продемонстрировала Лера. И спасибо вам большое, но поверьте мне, что ваше падение ничуть не испортило впечатление. Спасибо. Лерочка, а ты мне теперь открой тайну. Это и был подарок Бобрину, или вы еще что-то Бобрину подарили? И это тоже. Я объясню. Я впервые, наверное, расстроилась именно так, потому что когда что-то хочешь сделать очень хорошо, и когда, ну, мне эта музыка безумно нравится, и я хотела выложиться, я очень хотела вот, ну, не сорваться.
Игорь, вот скажите, а вы помните мальчика, который вам преподнес цветы на чемпионате Европы в Лионе? Не помните, да? Нет. Но чемпионат Европы-то вы помните? С трудом. Тогда слово Гвиндалю. And, and Natalia was here too, and I was this little boy bringing flowers to Вам Гвиндаль преподносил цветы. Вы, конечно, его не запомнили, потому что он был вот такой вот. Меньше цветов. Because I am from Lyon, so it was Дело European то, Championship in Lyon. Он родом из Лиона, и когда там проходил чемпионат, он, естественно, ходил на выступление, и вам подарил цветы. And he was performing a number. Вы исполняли номер. As a cowboy, and it was ковбойский. It was the best. And I были лучшим. And I wrote a little song for him today. Ага. И Гвиндаль приготовил вам песенку по этому случаю. Лерочка, ты петь будешь? А муза. Лера будет музой. I'm not Лара Фабиан, so it's not this one. Okay. Просто Гвиндаль сказал, что он не Лара Фабиан. Это понятно, что не Лара Фабиан. Igor, I was only four when I saw you skating for the first time. It was in my hometown. Do you remember this? It was a European Championship, and you look great in your outfit of a cowboy. Yes, Kazan. Хочу быть тобой. Егор, Егор, you inspired me in the old time, and I'm here with thee. Я хочу поздравить с днем рождения. Для баскова не гора. Днем рождения тебя. Браво, Гвиндаль Пизера, Лера Кудрявцева.